Здравствуйте, рада всех приветствовать. Сегодня мы наконец-то будем делать расклад на 2023 год для львов. Ирина, Анжела, всем привет, благодарю за вдохновение. А также девочкам из нашего чата тоже всем привет. Я знаю, у нас много львов. Итак, на сегодня, на 2023 год загадывайте все свои желания, у вас обязательно все сбудется. Идентификатор на зиму мы выберем, как обычно, лилии, чтобы наша зима была благородна. На весну сигнификатор будет букет, чтобы у нас весна была изобильна и полна приятных подарков и сюрпризов. На лето у нас солнце, чтобы у нас была просто прекрасная погода, всем успехов, гордость за свои проекты и реализованность. На осень, пусть эта осень принесет нам большой урожай. Итак, смотрим карту для львов на январь 2023 года. Дом. Итак, январь, видимо, львы проведут дома. Это также хорошая карта для того, чтобы начинать любой бизнес из дома, или вы начнете работать при помощи интернета, но из дома. Также эта карта говорит о том, что хороший месяц январь для переезда, покупки нового дома, новой квартиры. Либо вы просто будете делать ремонт дома, или же какие-либо перестановки в доме, в саде, в гараже. Все это будет благоприятно сделать в январе месяце. Также времяпрепровождение с семьей показано львам в январе. Хорошо ли вам в январе будет проверить свой стержень? Если хотите прорабатывать себя с экологической точки зрения, то январь для этого очень подходящее время. Также проверяйте все документы на свою собственность. Это будет полезно сделать в январе. По этой карте мы прекрасно понимаем, что январь для львов будет очень комфортным. Если хотите договариваться со своим арендодателем, январь очень полезный месяц для этого. Ой, а также для львов в январе эта карта советует быть вот с большим таким открытым сердцем, дарить другим хорошие подарки. Ну, впрочем, львы всегда дарят хорошие подарки. А, возможно, вы будете более сентиментальными в январе месяце. А еще эта карта советует быть осторожным с количеством употребленной пищи и алкоголя в январе. Смотрим карту на февраль для львов. Февраль 2023 года для львов. Книга. Ну, по этой карте определенно в феврале месяце львам полезно учиться, будет легко усваиваться информация, или, возможно, вы найдете какой-то интересный курс для себя или саморазвитие. Также по этой карте вы, скорее всего, узнаете много нового или какие-то секреты. Возможно, у вас какие-то воспоминания всплывут. Хороший месяц для обучения. Хороший месяц для изучения эзотерики, если вас интересует это. Так. Еще эта карта советует быть в феврале месяце немножко осторожными и не рассказывать все свои идеи другим людям.
Хорошая карта для образования, для будь то садик, школа, университет, если хотите сменить, будет хорошо в феврале. Также эта карта принесет удачу всем учителям, неважно, что именно вы преподаете, если вы что-то чему-то учите других людей, то в феврале у вас будет фурор. Или также эта карта говорит о том, что в феврале вы сможете себе найти учителя вашей мечты. Конечно же, эта карта говорит о том, что в феврале Львов ожидает приход разных ресурсов, будь то энергия, финансы. Очень хорошая карта. Советую проводить больше времени в феврале с домашними. И, конечно же, говорит о том, что нужно будет себя как-то защищать. И еще карта советует в феврале месяце побаловать себя. Март 2023 года для Львов. Удача. Видимо, Львов ожидает в марте комфорт, какая-то удача. Вероятно, даже какие-то выигрыши. Вот знаете, и приятная атмосфера, и получите что-то, чего, возможно, даже не ожидали. Новые возможности, пополнение своего капитала, счастье. Возможно, получите какие-то награды в марте месяце за что-то, что вы раньше делали. Или вас ожидает приход какой-то суммы, но это, скорее всего, будет одноразовый приход. Конечно же, эта карта предупреждает, как всегда, отказаться от всех игр типа казино. И еще помните, что если вам выпадет в марте какой-либо шанс, дорогие львы, не упустите его. Вам обязательно повезет, вы обязательно выиграете. Вы обязательно сможете себя раскрутить в марте месяце. Поворотный момент событий в марте ожидает Львов, конечно же, с благоприятным исходом для вас. А также в марте хорошо будет для Львов пообщаться с банками, с финансовыми структурами, налоговая. Вы обязательно получите какой-то плюс, какой-то бонус. Что-то или сможете договориться именно на тех условиях, на которые вы хотите. Если вы планируете ранний брак, то на март месяц 2023 года будет очень даже полезный такой благоприятный момент. Если львы хотят получить признание и славу, то март месяц очень подходящий для этого время. Так, теперь смотрим на апрель 2023 год для львов. Змея. Дорогие львы, будьте осторожны, потому что змея предлагает быть осторожным по многим моментам. Во-первых, либо вы чем-то очень так загоритесь, не забудьте проверять всю документацию, чтобы ваша идея не привела вас к не очень полезному мероприятию. Может быть, кто-то будет пытаться соблазнить львов. Также будьте осторожны. В личных отношениях может ваш партнер проявить ревность. Также будьте осторожны к людям, которые могут стараться вами манипулировать в апреле месяце. Возможно, некоторым львам придется пытаться выжить в апреле месяце, но здесь лучше всего просто сходить к врачу, провериться, сделать все анализы. Короче, ежегодный чекап организуйте себе на апрель месяц 2023 года.
Также эта карта может означать какую-то потерю. Вот от каких-либо ключей до телефона, до кошелька. Тоже проявляйте осторожность. Еще змея говорит о потере фокуса. Если у вас есть какие-то планы, постарайтесь в апреле месяце не потерять свой фокус внимания. Придерживайтесь своих планов. И, возможно, у некоторых львов в апреле месяце будут какие-то трудности. Но всегда нужно помнить о том, что это временно. Еще эта карта змея всегда говорит о медицине. Либо, возможно, вам придется попросить совета у адвоката, поэтому и змея. Или еще люди, рожденные в год змеи, возможно, вы с кем-то познакомитесь или уже знакомы с кем-то, рожденным в год змеи. И этот человек будет принимать какое-то участие в вашей жизни в апреле месяце. А еще эта карта говорит, что, возможно, у вас в апреле месяце будет просто очень такое нежное расположение духа, может, что-то такое романтичное. Возможно, львы в апреле месяце будут очень мечтательными, у вас разыграется воображение, вы начнете там что-то визуализировать. Еще, возможно, в апреле месяце по карте змея какая-нибудь старая женщина будет принимать участие в вашей жизни. Хорошо это или плохо, зависит от вас. Не позволяйте другим людям собой манипулировать. Держите фокус внимания на своих целях. И, ну, помечтать оно всегда полезно, но главное в меру. Теперь май месяц 2023 года для львов. Ой, Мишка, как хорошо. В мае львов ожидает явно приход финансов. А Мишка говорит о таких солидных суммах, которые, в принципе, вы заработали. То есть это, хотя не только заработали, либо вы заработали, либо ваш покровитель. Значит, смотрим. Во-первых, для львов май месяц 2023 года будет очень благоприятным для того, чтобы найти себе хорошую стабильную работу с солидным заработком. Также в мае месяце, что бы ни случилось там в апреле по змее, то в мае месяце у вас будет сила, чтобы все это преодолеть, понять, какова ситуация на самом деле, так что если в итоге вы поддадитесь под какие-нибудь манипуляции в апреле, то в мае вы это и поймете, и решите. Вы возьмете контроль над собой, над своей жизнью. Главное, чтобы по змее, если кто-то начнет вами манипулировать, помните, чтобы этот человек по медведю не начал вас контролировать. Потому что медведь может означать протекцию, но протекцию либо вы получите, либо вы кому-то окажете протекцию. Конечно же, ваше слово в мае месяце будет иметь вес, авторитет. Вы проявите либо свой авторитет, либо кто-то начнет давить на вас своим авторитетом. Будем внимательны. Также эта карта говорит о том, что если вы хотите открывать свой бизнес, в мае месяце подходящее для этого время. Еще карта просит вас проверить свое здоровье, а также особенно если вы имеете какие-то проблемы с пищеварительным трактом или лишний вес. Обязательно проверяемся в апреле, дорогие львы. Помним о том, что эта карта также говорит о большом солидном приходе денег, будь то заработанные вами, либо ваш тот человек, кто оказывает вам поддержку, протекцию, отправит вам кругленькую сумму денег. В мае месяце львы могут проявить спокойно свой ум.
блеснуть талантами, и хорошо бы быть вами любопытными. То есть все, что вас окружает, как бы немножко так полюбопытствуйте, что происходит у вас в жизни на самом деле. Так, теперь у нас июнь месяц 2023 года для львов. Гора. Ну, здесь отчаиваться не стоит. Как известно, умный гору обойдет. Во всяком случае, гора это может говорить о том, что либо на вашем пути к вашим желаниям встанет какое-то препятствие, и тогда нужно будет найти, как это препятствие либо одолеть, либо обойти. Либо что вам в июне месяце стоит проявить свой характер и стоять на своем, как гора. Итак, эта карта может означать, как мы уже сказали, препятствие, преодоление препятствий, быть одним, возможно, либо вы захотите в июне месяце побыть один, либо вы в июне месяце не найдете той поддержки, на которую вы рассчитывали. Вот какие-то барьеры, блоки, вы где-то застрянете, либо вы застрянете по работе и будете ожидать, чтобы вам там кто-то помог. Ну, может, начальник в отпуск уедет, и вам нужна будет его подпись элементарно, да? То есть вам нужно будет чего-то ожидать, чтобы продвинуться. Итак, по этой карте выходит, либо вы свою стойкость показываете, либо вы обходите какое-то препятствие, преодолеваете, либо вам просто нужно немножко замедлиться в июне. То есть вещи не по дела не пойдут так быстро, как вы рассчитываете. Вот какое-то лимитирование. Это может быть как и в психологическом плане, что вы не сможете расширить свои рамки и будете придерживаться строго одной идеи. Либо, возможно, вот те, кто будут проверяться в апреле и мае по здоровью, возможно, вам просто выпишут диету какую-то, нужно будет соблюдать там меньше сахара или ну, что-то подобное, да? Или просто будет какая-то задержка, отсрочка в приобретении там каких-то вещей или получении документов, разрешений. Может, вы будете в тендере участвовать, и тендеры не, ну, результаты тендера или конкурса не придут так быстро, как вы рассчитывали. Еще эта карта предупреждает о том, что львы в июне месяце будут как чрезмерно придерживаться своего мнения, не будет гибкости ума, будете очень упрямы. В общем, если есть проблемки, то проблемку нужно будет решить. Не нужно откладывать проблемы, даже если они не решатся настолько быстро, как вы захотите. А, возможно, по этой карте также львы будут зациклены на том, как получить деньги. Вот, возможно, это будет лимитирование вашего ума. Вы слишком будете зациклены на том, как получить деньги. Какие-то, возможно, трансцендентные состояния. Но по этой карте, видимо, вы сделаете правильный выбор в любых ваших вопросах. И также по этой карте советы либо искать, либо, возможно, если у вас уже есть, то получайте психологическую поддержку. Так, львы, июль месяц 2023 год. Распутье. Ой, может, вы путешествовать поедете в июле? Как интересно. Значит, у львов в июле будет много выборов, много возможностей. Возможно, вы встретите свою судьбу в июле месяце, а вы найдете решение на любые какие-то вопросы. То есть, если в июне у вас какой-то застой, то в июле вы уже открыты ментально, духовно, вы уже открыты к новому, вы уже тянетесь к путешествиям, к каким-то приключениям. У вас будет очень много опций, из чего выбрать.
много возможностей, у вас будет хорошая интуиция, обязательно в июле месяце слушаем свою интуицию, дорогие львы. Постарайтесь и не откладывать, и не сомневаться в себе. И у вас обязательно все получится, и будет продвижение в ваших делах. В июле месяце львов ожидает приятная компания, какие-то либо один человек, либо много людей, но вам будет очень приятно находиться в их обществе. Будут окружать вас, и не только что будут окружать, но еще и вы постарайтесь выбирать тех людей, которые будут честны и достойны вашего доверия в июле месяце. Открыты к идеям, гостеприимны. Хороший месяц июль. Так, август месяц 2023 год для львов. Дерево. Ну, во-первых, дорогие львы, дерево у нас говорит о здоровье как в физическом плане, так и психологическом и духовном. Поэтому, если планируете развиваться в этих трех сферах вашей жизни, то август месяц очень подходящий для этого. А также что-то вам выпадают медицинские карты, которые говорят проверить свое здоровье, поэтому вы обязательно проверяйтесь, чтобы у вас все было хорошо. Либо также август месяц будет очень благоприятным для операции, если кому-то это понадобится. Так, в общем, проверяем свое здоровье по этой карте. Любые телесные проблемы, если вы будете искать, то вы обязательно найдете на это решение. Найдете специалиста, найдете подходящий для вас метод лечения. Совет карты больше проводите время на природе. Обратите внимание на то, что вас окружает в физическом плане. Почистите свою территорию от бесполезных, вредных как людей, так и вещей. Рост. В августе месяце у вас обязательно будет рост как духовный, интеллектуальный, так и финансовый. А если кто-то болел из львов, то в августе месяце вы уже пойдете на поправку, либо полностью, либо, по крайней мере, процесс поправки начнется. Хорошо бы вам провести этот месяц тоже так в духовном плане, да, себя начать развивать или участвовать там в каких-то духовных мероприятиях. Если кто-то ищет себе работу в индустрии здоровья, то знаете ли вы, что в августе месяце вы обязательно себе найдете. Также дерево говорит о том, что стоит проводить больше времени в семье, там как-то общаться со своими корнями, ну, в общем, с предками, со своими проводить больше времени. И если вы планируете какую-то беременность, то в августе у вас на это хорошие шансы. Хотя на беременность у вас также хорошие шансы будут и в мае месяце, потому что медведь это еще и карта материнства. Так. И помните, что любой план на август месяц, если вы начнете там расширять свой бизнес, то у вас есть потенциал для роста, да, то есть бизнес пойдет, но помните о том, что, во-первых, это будет медленно, то есть не ожидайте, что вы там за один месяц станете миллионером, да, и также помните, что это будет и надолго, поэтому в том случае, если вы не хотите, ну, я не знаю, может, вы купите какую-то квартиру и захотите ее там продать через несколько месяцев. Помните, что будет это все долго, и, возможно, вы еще и останетесь с этой квартирой при себе на долгое время, она не будет продаваться. Поэтому осторожно выбирайте себе сферу деятельности в августе месяце.
Ой, еще вот в эмоциональном плане эта карта говорит о прощении, о силе любви. Обязательно выбирайте себе именно такие состояния, где вы будете себя чувствовать хорошо. И на август месяц, пожалуй, стоит и выбрать для себя отдых, потому что эта карта может говорить о возможной болезни. Как я уже сказала, обязательно проверяемся в августе месяце. Если хотите получить какой-то навык, то в августе месяце тоже будет подходящее для этого время. И если у кого-то из львов есть какие-то пристрастия, будь то алкоголь, наркотики, сахар или вредная пища, или какие-то вредные привычки, или казино, обязательно бросайте эти вредные привычки. Очень благоприятный месяц, чтобы побыстрее избавиться от вредных привычек, будет август. Так, теперь смотрим сентябрь 2023 год для львов. Башня. Ну, во-первых, либо кто-то вас будет защищать. В сентябре будете так чувствовать себя принцессой. Еще эта карта, конечно же, говорит о всех делах официальных, там, государственных, связанные с законом. Если у вас какие-то есть, то планируйте на сентябрь, а если никаких нету, то, возможно, в сентябре появятся какие-то дела с государственными официальными учреждениями. Так, если кто-то планирует покупку здания какого-то, то сентябрь месяц для этого будет очень благоприятным. Все вопросы по бизнесу благоприятно решать в сентябре месяце. Возможно, львам придут какие-то инновативные идеи в сентябре. Все вопросы, которые у вас будут с правительством, тоже хорошо решать в сентябре. Любые апелляции, суды в сентябре пройдут для львов хорошо. Совет карты обязательно быть объективными. А если вы ожидаете каких-то официальных бумаг, там какое-то разрешение, новое гражданство, то в сентябре месяце вы обязательно получите позитивный для вас ответ. Расширение, будь то расширение интеллектуальное или в бизнесе, то в сентябре месяце у вас обязательно получится. А также в сентябре получится реализовать свои амбиции. Хорошо ли вам в сентябре свои границы и выставить, и защищать? Будь то это психоэмоциональные границы, либо ну, на физическом уровне там вы забор будете строить, да? Проверяйте также безопасность своего дома. Ну, например, там замок новый дверной вставить, возможно, в сентябре надо будет. Короче, защищайте себя в сентябре, и также вы будете защищены вот именно государственными структурами, да, если вам нужно будет. Вот эта карта предупреждает, что у тех львов, которые проявят работу вот среднюю такую, знаете, когда сделаете тяп-ляп. Вот если будет такая ситуация, то знайте, что ваше будущее не гарантирует вам никакого продвижения, будет какая-то неуверенность. Поэтому лучше планируйте все, будьте объективными, да. Еще в сентябре, в случае, если кто-то из львов вдруг пойдет в прошлое и зациклится на прошлом, то помните, что прошлое вам нужно лишь для того, чтобы изучить, выучить какой-то урок и не наступать на те же грабли в будущем. Возможно, некоторых львов ожидает даже, знаете, такое состояние спячки.
Может быть, просто дела будут медленно продвигаться у некоторых. Либо действительно пора будет отдохнуть, и вы будете все время сонными. Еще эта карта говорит о вещах, которые были разрушены. То есть снова мы смотрим в прошлое, изучаем, берем оттуда уроки и не повторяем те же самые ошибки в будущем. Вот. Так, теперь у нас карта на октябрь месяц 2023 года для львов. Письмо. Видимо, у львов будет много письменного общения. Ой. Да, в общем-то, любого общения, но особенно если это письменное общение, если вы ждете какие-то там, если вам нужно будет в октябре заполнять какие-либо формы, ну, для каких-то государственных документов или дел, да, или в школу, в университет вы будете поступать. Так. Любые документы вы получите в октябре. Обязательно проверяйте свою документацию. Любые сертификаты вы сможете получить в октябре. Также вы получите какие-то награды, какое-то признание, признание именно ваших способностей, да? Если вы ждете какого-то подтверждения чего-то, вот вам нужно подтверждение от вышестоящих, чтобы пойти дальше, вы обязательно получите это в октябре месяце. Какие-то доказательства тоже вы получите в октябре месяце. Будет то доказательство, что, ну, например, вы хотите удачно развестись, и вам нужно доказать, что ваш муж вам изменяет, ну или жена, да, то вы обязательно их сможете получить в октябре, либо если вы работаете в милиции, полиции, прокуратуре, вы адвокат, вам нужны какие-то доказательства именно в работе для клиентов. Или даже если вы работаете в этих компаниях, которые выплачивают, как это, insurance, страховку страховой компании, то вам обязательно получите доказательства, которые именно вам нужны. То есть дела проиграются в вашу пользу, да? Так. Еще вы сможете получить кучу советов от всех. Надеюсь, советы будут полезными. Удачный месяц октябрь для проведения каких-либо исследований. Все, кто работает с текстом, будь то публицисты, журналисты, писатели, поэты, у вас будет очень удачный месяц октябрь. Также эта карта предупреждает о возможности потери хорошей дружбы. Но еще эта карта говорит о том, что нужно отпустить вещи, которые вам больше не служат, не приносят никакой пользы. И для тех львов, кто окажется в депрессии, октябрь месяц очень хороший для того, чтобы начать прорабатывать себя с психологической точки зрения. Так. Теперь у нас ноябрь на 2023 год для львов. Ой, ноябрь у вас хороший месяц. Обязательно получите все те новости, которых ждете. Если ждете гостей, они приедут. Если сами хотите, поехали в гости, у вас все получится. По всаднику вы получите в ноябре месяце много сообщений тоже, опять же, продолжается тема письменного общения, да, и посылки, если вы ожидаете, или если вы ожидаете какого-то фидбэка, отзывов, то вы обязательно их получите в ноябре месяце. Какие-то новости к вам придут, идеи,
Вы будете весьма энергичными такими в ноябре месяце. Ноябрь месяц хороший для того, чтобы начать заниматься в спортзале. Если будет нужно решить какую-то проблему, то по этой карте в ноябре месяц принимайте быстрые решения. Не бросайте на потом и не ожидайте, что кто-то решит это за вас. Если хотите кого-то пригласить, то ноябрь месяц тоже очень хороший, чтобы самостоятельно приглашать в гости, например, да. Ну или не обязательно в гости, может какое-то посотрудничество, да. Еще эта карта говорит о каком-то, вы знаете, состоянии богатства. Так все грандиозный будет у вас месяц. Поднимется самооценка, самоуважение. И еще совет по этой карте проявлять сострадание. То есть, если хотите в ноябре месяце какой-то благотворительностью заняться, будет очень даже хорошо, зачтется вам в карму. Так, декабрь месяц, 2023 год для львов. Так, а в декабре месяце, во-первых, по этой карте то, что понятно, это будет много праздников, состояние таких вечеринок в декабре месяце, да. Еще, если вы ищете себе вторую половинку, то обязательно найдете в декабре месяце. Также эта карта говорит, если вам нужен будет какой-то специалист, тоже в декабре обязательно обращайтесь. Еще эта карта говорит о том, что нужно держать постоянно склад ума, такой логичный, аналитический. Фокус внимания на своей цели в декабре обязательно. Если у вас есть братья там, то хорошо с ними повидаться в декабре месяце. Впрочем, у вас очень много карт выпало в этом году, где вам прям советуют карты проводить время со своей семьей, да. Это и январь, и февраль, и август. Вот опять повторяется в декабре. Потом по этой карте нужно быть активным, проактивным, не сидеть, ждать моря погоды. Что будет очень такое состояние вот этих вот вечеринок, удовольствий. Месяц пройдет обязательно в удовольствии. Может, на какие-то фестивали, или просто вам покажется, что ваша жизнь закрутилась как карусель, как будто вы на фестивале. Все будет очень так миленько, приятненько. Если у вас есть какие-либо невыраженные эмоции, неважно позитивные или негативные, в декабре месяце обязательно стоит это все выложить. Будь то вы напишите на бумагу и порвете, либо если это что-то негативное, либо пойдете и скажете в лицо человеку, который у вас вызывает те или иные чувства, главное высказаться. Желание. На декабрь, да, все же будут закадывать какие-то там желания свои, так что, неудивительно. Может быть, вы даже сделаете карту желаний. И потенциал для любви. То есть, как мы уже в самом начале сказали, вторую половинку в декабре вы обязательно встретите. А если вы уже в паре, то в декабре у вас все будет хорошо и романтично. Так, а теперь карта совет, которым львам стоит придерживаться в течение 2023 года. Какая у вас замечательная карта выпала. Впрочем, знаете, вот, наверное, в 2023 году львам стоит придерживаться своих желаний, своей интуиции, делать только то, что нравится, окружать себя людьми, которые нравятся, окружать себя вещами, которые нравятся.
ездить, куда вам нравится. Вот просто, знаете, вот когда, чтобы все было по сердцу. Вот не идем против себя, не обманываем себя, а действуем так, чтобы все было по сердцу. Это и любовь, и позитивные эмоции, радость. Вот когда к вам кто-то проявляет любовь, да? Ну, просто у вас будет и встретите вы обязательно свою вторую половинку, у кого нету, а у кого есть, все наладится. А если все хорошо, то тем лучше. И какое-то у вас и благословение на все ваши дела будет в 2023-м. Вот, да, и совет опять же по этой карте. Вот наслаждайтесь моментом, создавайте себе моменты, чтобы вы ими наслаждались. А если ничего вау не происходит, то просто наслаждайтесь тем, что у вас вот все спокойно, все хорошо, вы здоровы, вы там, ну, войны у вас нету, да, где вы живете, все хорошо. Вот радуйтесь всему, чему только можно. Ой, ну просто шикарный у вас расклад. Обязательно следуйте за своим сердцем, и все у вас будет хорошо в 2023 году. Желаю вам прекрасного Нового года. Пусть ваши все-все-все мечты сбудутся. И чтобы у вас было и здоровье, и богатство, и любовь. Желаю всем львам изобилия.